Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 июня, и наша тема сегодня — «Бог инвестировал в нас». Бог инвестировал в нас. Апостол Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам 4:7. Он пишет о Святом Духе. «Сокровище сие мы носим». Речь о Духе Святом. «Мы носим сие сокровище в глиняных сосудах». Слово «сокровище» — греческое слово «тесарос». Это слово описывает сокровище настолько дорогостоящее, что вы не можете его оценить. Оно великолепно. Сколько бы вы ни считали, вы не сможете определить ценность этого сокровища. Огромное-огромное сокровище. И вот это слово использовал Павел для описания вклада Духа Святого в нас. Он говорит о том, что это сокровище внутри нас. Это сокровище Святой Дух. Он в нас, и Он сокровище. И неважно, как долго вы исследуете Его, как долго пытаетесь понять, вы не сможете оценить или до конца понять, насколько великолепен Дух Святой, и насколько огромно это прекрасное сокровище, которое Бог поместил в нас. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.